Вот. Вот вам Бог свидетель. Вы сейчас просто повторяли слова. Эти слова произвели действие внутри вас. Я вам скажу, что делают слова? Они, это форма напоминания. И когда у нас очень поднята сила напоминания о том, кто мы, кто в нас, это производит эффект активации проявления Бога внутри нас. Вы все принимаете хлебопреломление? Да, причастие? Да. Кто это сказал? Делайте это в упоминание. В упоминание. То есть это действие дано нам для того, чтобы нам напомнить о том, что произошло для нас. И если мы проводим этот ритуал размышления, напоминанием и вспоминанием, что мы исцелены благодаря его жертве, то это производит эффект нашего исцеления. Аминь. Аминь. Слава Богу. Хорошо.